В Димитровград прибыли новые карусели. 4 итальянские качели уже ждут установки. Еще одна карусель прибудет на следующей неделе. Но пока монтаж аттракционов отложили. Сейчас на территории парка ведутся тщательные подготовительные работы. Прокладка инженерных сетей, усиление электромощности и благоустройство самого парка. Предполагается, что в середине сентября димитровградские ребятишки смогут испробовать новые карусели.